я начала чувствовать ответственность прежде всего. И, конечно же, это внимание повышенное для меня, оно в первый раз такое. Я немного волнуюсь, но я надеюсь, что я с гордостью пронесу этот титул. Буду выступать на городских и культурных мероприятиях и представлять город на всех мероприятиях. Мне кажется, что мисс Екатеринбург должна все совмещать, и я попробую это сделать, и мне кажется, у меня все получится. То есть вы не будете забивать? Нет, конечно. У меня самое главное – это учеба.